Приветствую вас на канале Мыло Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению мыла с нуля 7 глин. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты: каустическая сода, пальмовое масло, кокосовое, кунжутное масло, глицерин, а также эфирные масла танжерина, лимонный бленд и мандарина. Не забываем, что мы работаем в защитных очках и респираторе, так как мы производим работу с каустической содой, которая может оставить ожоги на нашей коже, поэтому обязательно защищаем себя перчатками и одеждой с длинными рукавами. Весила на электронных весах по 7 грамм каждой глины. У нас здесь белая, желтая глина, голубая, черная, зеленая и красная. Я взвесила на электронных весах 228 грамм холодной воды и 118,1 грамм каустической соды. Теперь я буду добавлять каустическую соду в воду, аккуратно помешивать до полного растворения щелочи. На электронных весах я также взвесила 22 грамма лимонной кислоты. И сейчас буду добавлять ее в щелочной раствор. Лимонная кислота добавляется в мыло для большей его твердости и для лучшей сохранности. В стакане готовый щелочной раствор. И в кастрюле я растопила масла в таком количестве: 140 грамм кунжутного масла, 275 грамм кокосового масла и 275 грамм пальмового масла и 100 грамм глицерина. Я подогрела обе смеси до одинаковой температуры, это где-то около 50 градусов. То есть масло я грела, а щелочной раствор остужала. И теперь я буду вливать щелочной раствор в масляный и взбивать погружным блендером. После я буду добавлять эфирные масла в количестве 20 мл. Я взбила мыло погружным блендером. И теперь буду разделять его на 7 ровных частей по 160 грамм. И в каждую добавлять по 7 грамм разновидности глины. И тщательно взбивать ее погружным блендером. Вот так мы слой за слоем выкладываем наше мыло. У нас будет градиента: вначале белый слой, затем желтый, розовый, красный, зеленый, голубой и черный. Вот такое вот красивое мылко у нас в итоге получилось. Я делала мыло холодным способом, то есть 40 дней оно лежало после нарезки. Запах замечательный, цитрусовый. Мыло просто чудесное получилось. Благодарю всех за просмотр этого мастер-класса. Также напоминаю, что все ингредиенты для создания мыла 7 глин вы можете найти на сайте Мыло Опт. Огромная благодарность сайту за ихнюю работу и всем пока!